Всем привет, ребят! Меня зовут Алена. Сегодня я снимаю долгожданное видео, в котором покажу осенние образы. Поехали! Хотела начать свое видео с вот такой вот прекрасной сумочки. Очень нравится ее цвет, пудровый. Также прекрасно, что здесь идет вот такой вот платочек. Она не очень вместительная, для повседневной жизни вполне сойдет. Стоила такая сумочка 1700 рублей. Теперь приступим к одежде. Покажу вам несколько образов. Купила вот такой вот очень стильный черно-белый брючный костюм. Отлично смотрится под туфли. Нравится то, что он идет с блузкой и можно носить как с пиджаком, так и без пиджака. Стоит этот костюм 3000 рублей. Следующее, что хочу вам показать, это желтая, даже можно сказать оранжевая блузка. Нравится, как смотрится с брюками. Также отлично подойдет и под черные джинсы. Носится она с прямыми рукавами и с полчетверти. Брала ее в магазине «Визит», стоит 1500 рублей. Купила еще одну блузку черно-белого цвета. Очень нравится, как смотрится с брючным костюмом. Она отлично подходит также и под черные джинсы. Так как это базовая вещь, подходит абсолютно под все. Стоила она в районе 1200 рублей. Следующее, что я купила, это были обычные черные джинсы. Хорошо смотрится с блузками, как вы уже могли заметить. Также с обычными базовыми футболками белого серого цвета. Брала в магазине «Афродита», стоит 1700 рублей. Последнее, что хотела вам показать, это очень классный черно-белый спортивный костюм. Нравится то, что одевается кофта через голову, а не на замке, как многие другие. Брала в магазине «Афродита» и стоит он примерно 2000 рублей. Видео подошло к концу. Это, конечно же, не все вещи, которые я хотела вам показать, поэтому выйдет вторая часть. Спасибо всем за просмотр. Ставьте свои пальцы вверх, пишите комментарии. Также не забывайте подписываться. Будьте счастливы и здоровы. И всем пока.